Совершенно очевидно, что вы такой художник очень плодовитый, рождающий большое количество работ. Как вам это удается? Это такая самодисциплина или все-таки это просто бесконечное вдохновение? Ну, наверное, бесконечное вдохновение и просто постоянная работа, стиль жизни, который, в принципе, день начинается с живописи, поэтому заканчивается живописью. И, конечно, какие-то произведения при этом появляются. Ну, не все легко, но... Как бы у меня всегда есть большое количество задумок, которые на много лет вперед мне хочется осуществить, и по мере возникновения возможностей, желания, я их стараюсь воплощать. А вот какое время года в Петербурге самое любимое? Самое любимое... Мне нравятся вот именно метаморфозы, все постоянные изменения. У нас практически не бывает одинаковых дней, всегда есть какое-то изменение. Поэтому я очень люблю раннюю весну, когда тает снег. Я люблю осень, которая очень сдержанная у нас в городе по цвету, и в то же время я вижу в этом огромное количество прекрасных оттенков, каких-то перламутровых. Вот, люблю зиму. Ну и лето тоже, безусловно, замечательно, когда не 30 градусов в городе. Мне кажется, очень хорошо у нас. А быть петербургским художником – это какая-то особенная такая участь? Все-таки, может быть, римским или венецианским художником гораздо лучше или нет? Или... В следующей жизни я с удовольствием был бы венецианским или римским художником, а в этой жизни я уже, так сказать, рожден для того, чтобы быть петербургским. Где бы я ни был уже, видимо, я им и останусь. Ну, это скорее такое счастье, да? Да, наверное. Наверное, счастье найти в этом счастье. Какие еще вот города, кроме Петербурга, наиболее впечатляли вообще за всю жизнь? Ну, я, честно говоря, не очень много еще где был, но я люблю юг, в принципе. У меня есть, в творчестве большое количество работ, посвященных югу, в принципе, совершенно с другим колоритом и с там, резким солнечным светом. Люблю людей тоже южных, более открытых, темпераментных. Но очень полюбил я Чэнду в Китае, где я преподавал. Люблю Хельсинки, где живет мой брат, к которому я часто езжу. На самом деле, я думаю, что прекрасных городов очень много, красивых, и я надеюсь, что я их всех посещу в будущем. Найду в каждом свой уголок, где я смогу создать что-то новое. У нас проходит персональная выставка «Папу» молодого художника, тем не менее с уже сложившимся своим стилем, узнаваемой манерой, который вдохновляется в своем творчестве образами нашего с вами любимого города Петербурга. И именно эта тема посвящена выставке, которую мы открываем, серии городского пейзажа. Это такой неиссякаемый мотив для Павла, который делится своим ощущением Петербурга со зрителями. И это всегда какие-то очень радостные, очень солнечные и заряженные энергией и теплом образы. И вы видите, конечно, сейчас это своими глазами. И хотелось бы
передать слово самому художнику, который расскажет нам, наверное, о каких-то своих секретах и поделится впечатлениями от сегодняшнего вечера. Павел. Спасибо. Здравствуйте. Благодарю всех, кто пришел на открытие выставки. Я буду очень краток. Я хотел поблагодарить галерею за такую чудесную возможность выставляться. Надеюсь, что галерею ждет процветание в ближайшие годы. Вот, с тем напором и страстью, с которой галерея занимается выставочной деятельностью. И это, многие музеи, я считаю, могут позавидовать галерее Мольберту в этом плане. Вот. Но, что касается выставки, я хочу сказать, что Петербург для меня это такое неиссякаемое успешное вдохновение с самого детства. И достаточно много написано мною по этой теме. Конечно, это не единственная тема в моем творчестве, но, наверное, самая искренняя, самая душевная и любимая. Я надеюсь, что в будущем появится еще много работ, дополняющих образ Петербурга. Зовет его на вечный бой, но время тихо гасит свечи, тускнеет блеск живых цветов. Ты не проси любовь навечно, он вечность дарит за любовь.